Итак, ты здесь, чтобы узнать, как получить новый экзот этого сезона, винтовку Скипетр Агера. Это линейно-плазменная винтовка, квест на которую на самом деле ты начал еще несколько недель назад, но давай по порядку. Во-первых, экзот могут получить только обладатели купленного сезона исчезновения. Во-вторых, как и любой другой квест на сезонный экзот, этот становится доступен после того, как вы пройдете вступительную миссию к сезону. В данном случае это задание в городе грез под названием Кокон. После него в шлеме появится новое ответвление с корсарами пробудившихся и терминалом. Там вам и нужно будет брать этот квест на экзот. Но не все так просто. Квест этот с таймгейтом, то есть со строгим ограничителем по времени. Со старта сезона каждую неделю вам нужно было прилетать в шлем, брать это поручение по цифре 1, 2, 3 и собирать по подсказкам разбросанные в городе грез предметы. Я собирал все вовремя, но вот записывал не всегда, так что сейчас я покажу местонахождение всех собираемых координат по неделям, но кое-где их прямо на геймплее видно не будет, я просто постреляю в это место. Если вы не собирали их вовремя, то скорее всего сможете сделать все эти поручения за раз. Просто учтите, что там не одним сбором обойдется, это такие небольшие мини-квесты. Так что, если потребуется дополнительная информация, то я напишу все в закрепленном комментарии под видео. Посмотри, есть ли он, прежде чем задать свой вопрос в комментариях. Thank you.
четвертая пачка координат — это как раз уже экзотический квест. После того, как соберете все 4 набора координат, отправляйтесь в Привратный дом, туда пускают только в соло. Слушайте диалог, потом проходите дальше и посмотрите на оружие. А экзоты даете? Нет, пока только показывают. Чтобы получить оружие, идем к Маре за следующим этапом квеста, а после запускаем активность «Астральная синхронизация» и выполняем там несколько следующих этапов. На одном собираем 100 единиц траектории параллакса, падать он вам будет за все, но в разных количествах, в зависимости от того, насколько у вас прокачан тот вот терминал в шлеме. Также тут убиваем врагов из любых винтовок, плазменных, разведчика, автоматических, снайперских, импульсных, линейных, короче, из любых. Следующий этап тоже выполняем в этой же активности, астральная синхронизация. Убиваем тут 18 воителей и 20 любых врагов с помощью супера. Воителей достаточно хоть чутка задамажить, чтобы они засчитались тебе в прогресс. Если добьешь после этого не ты, ничего страшного. По окончании этого шага пройдите 3 налета, указанных в квесте «Озеро теней», «Бесславное» и «Хрустальный путь», и получите за каждый по специальному предмету. После чего летим в шлем к Маре и забираем печать. Обратите внимание, что печать берется в первый слот оружия, а не в инвентарь почему-то, так что проследите, чтобы у вас была пустая ячейка кинетическая. После получения печати запускайте специальную миссию, проходите в зал с оружием и забирайте таки наконец экзот. Но не спешите уходить, скипетр Агера — это ключ, он способен ломать тайные стены. Разрушайте ту, что неподалеку, убивайте мобов, которых тут замуровали, а вот после этого наслаждайтесь катсценой с историей Мары и Ульдрена и потом поговорите с королевой еще раз. Все, на этом квест окончен, вы счастливый обладатель еще одного экзота. У оружия еще предполагается катализатор, но о том, как его получить, что он дает и о том, как эта пушка вообще в плане секса, поговорим в отдельном ролике. Чтобы не пропустить, не забудь подписаться на канал и до связи.